Больше рейсов на север. Красавия увеличивает интенсивность полетов в Туру, Байкит и Навару. Так, самолеты в столицу Венкеи будут вылетать из Красноярска по понедельникам, средам и пятницам, а в Байкит и Навару в два раза в неделю. Кроме того, серьезные изменения коснутся внутреннего авиасообщения в самих северных территориях. В этом году из Хатанги начнут выполнять рейсы в Норильск, Игарку и Диксон. Это позволит пассажирам экономить деньги и время. Перелет будет в два раза короче. Все это сделано по поручению губернатора. Уже разработана маршрутная схема, в которой учтены все стыковочные рейсы. Так что людям не придется часами сидеть в аэропортах, рассказали нам в авиакомпании. Ежегодно самолетами «Красавия» летают около 200 тысяч человек, и больше половины из них – это жители северных территорий. Топливо мы обеспечены в полном объеме на северах. Топлива хватит, программу не сорвем. И с 1 февраля мы уже приступаем. Кроме этого, мы запускаем еще также по команде губернатора среднемагистральный самолет Як-42 вместимостью 120 пассажирских кресел по маршруту Красноярск-Игарка. Для того, чтобы подтянуть технологически население из Хатанги и Диксона через Норильск на Игарку и затем с Игарки вывести Як-42 до Красноярска.